Детские сады Чебоксары выбирают спорт, так называется проект, который уже третий год реализуют в столице республики. Столицей малых олимпийских игр среди дошкольников Чебоксар в этом году стала спортивная площадка детского сада номер 130. Сегодня мы дали старт малым олимпийским зимним играм. Ребята детских садов номер 7, 130, 182, 183, 204 будут соревноваться за победу в лыжных гонках, санном спорте, хоккее, кёрлинге. До начала соревнований церемония открытия с зажжением огня. Дальше старты. Я сильно бегал, но мне не тяжело было. Чтобы дети тянулись к спорту, чтобы были дружны со спортом, мы стараемся, чтобы они как можно больше участвовали на соревнованиях, различных соревнованиях. Они у нас соревнуются на санках, на лыжах, на коньках. Чтобы это не были просто очередные веселые старты, детей готовили. Рассказывали об истории Олимпийских игр и знакомили с разными зимними видами спорта. На праздник к ним пришла участница Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Алина Иванова и группа «Юный морж».